такая погода. Не знаю, как у вас, но у нас почти зима. Вовремя мы убрали шланг, смотали. Что ж, будем теперь воду в баню носить с прудочки. Ну все, развернул я переливну. Как-то я про них забыл прошлые выходные, хотя я знал, что морозик будет. Но хорошо, что не все прихватило. Мы тут с женой посовещались и подумали, что Новый год, возможно, будем встречать в деревне. Такое своеобразный будет у нас Новый год. Ну и, конечно же, будет банька. Я уже заранее, если что, пригласил Максима у Лада Хутор. Так что мы с ним смоем все грехи за 2022 год. Не ломай колодец мой. Примерзла? А что-то не очень полно. Слабо.
Ну все, мой кленок повален. Все, на этом с ним хватит, пускай лежат всю зиму до весны. Возможно и нет. Как будет настроение у меня? Рыбочка. Наш местный специалист Николай точит пилы, будь здоров. Я тут попробовал, у меня руки заточены не туда. А этот будь здоров. Окей, Николай. Остальные. Ну бак кончится, надо подвести. Да, все. Николай. Держи. Одного раза нам уже не хватает. Дом за неделю очень остыл. Бабка, не смущай меня, а то я смеюсь. Ну, на этом и все. Денек прошел, все очень коротко. Все так быстро пролетает, даже и не замечаешь. Ну, благо Николай мне две цепи наточил. Я тут попробовал шмыргать. Мне оказалось, напильник не тот диаметра. Так что... меня этот заточник никакой. Ну да ладно. В баню мы, скорее всего, уже все. Больше топить не будем. Потому как уже немножко время такое. Ну а если что, вот затопим, я говорил в начале там видео. Если мы будем встречать Новый год, то уже здесь затоплю 31-го. Макса приглашу. Вот такие дела. Ну что, друзья, всем до свидания, пока-пока. С вами был канал «В деревне, в городе» и я, Евгений. Всем мира и добра!